Привет. Ну вот, спрашивали про зелень в дворах. Здесь нет как таковых дворов. Но здесь зато есть вот такие вот парки. То есть тут из дома как выходишь, сразу, получается, на улицу попадаешь. Ну, практически. Либо попадаешь во внутренний дворик, где есть эти бассейны обычно. Ну, такие. Игровых площадок. Ну, может, там пара скамеечек стоит. Зависит от количества домов. Как бы 4 дома стоят. Ну, или там 5-6, если маленькие. И у них внутри там бассейн, либо пара скамеечек. А дети обычно там не играют. Ну, просто места нет, да шумят же много. Вот такие вот парки. Поближе сделаю. Парки. И практически они тут на каждом шагу. Там 100 метров прошел, еще следующий парк. Еще прошел, еще парк. То есть здесь есть где детям порезвиться. Ну, и оно как бы удобней. Все чистенько, все аккуратненько.